Почему у вьетнамцев шляпы в виде конуса? С одной стороны, это просто традиция. С другой, у ее появления есть сразу несколько причин. Ну что, хотите узнать подробности? Привет, меня зовут Евгений, это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». Лодки во Вьетнаме круглые, а шляпы треугольные, а точнее конусовидные. Но в необычной форме головного убора есть объяснение. Согласно легенде, однажды во время проливного дождя, который длился несколько недель, с неба спустилась богиня. На голове у нее была гигантская шляпа из 4 листьев, скрепленных бамбуковыми прутьями. Эта шляпа была настолько большой, что защитила людей от дождя и позволила им вернуться к нормальной жизни. Богиня научила их выращивать рис, а потом исчезла. В ее честь люди построили храм и начали изготавливать шляпы наподобие той, что была у нее. Действительно, главное назначение шляпы Но, как называют головной убор во Вьетнаме, это защищать от дождя и солнца. Скаты головного убора имитируют форму зонта и хорошо преломляют солнечные лучи. А так как руки остаются свободными, можно продолжать заниматься своими делами даже в непогоду. Считается, что первыми конусообразные шляпы надели фермеры, работающие на рисовых плантациях. И произошло это почти 3000 лет тому назад. Некоторые полагают, что головной убор может также защищать от свалившейся змеи. Вместо того, чтобы упасть за шиворот, пресмыкающаяся скатится по шляпе на землю, а человек успеет убежать. Ну, по крайней мере, в теории это может сработать. Есть версия, что шляпа Но убережет голову от падения кокоса. Все потому, что чаще всего его изготавливают из пальмовых листьев и бамбуковых прутьев, которые отличаются особой прочностью. Из бамбуковых прутьев делают разные по диаметру кольца каркас, а на него укладывают высушенные пальмовые листья, сшивая конструкцию нитками из натуральных волокон или тонкой лески. Теоретически, упав, кокос не пробивает головной убор, а скатывается с него. Но те, кому плод свалился на голову, не спешат пока делиться в интернете, как обстоят дела на практике. А вот то, что помимо защиты шляпа иногда выполняет функцию посуды, это однозначно да. Например, в нее удобно сложить купленные на рынке фрукты. А еще она прекрасно удерживает воду, чем можно воспользоваться, оказавшись на берегу водоема. Между прочим, очень практичная шляпа. Защищает от солнца, дождя, падающего с пальма кокоса, змеи, служит веером, а еще ей можно ловить краба и даже есть из нее. Есть и другие версии. Так, некоторые считают, что причина кроется в небольшом росте азиатов. Остроконечный головной убор его якобы увеличивает, приближая местных жителей к европейским стандартам красоты. Другими словами, это дань моде, переплетенная с традициями. Еще одна версия гласит, что шляпа прижилась во Вьетнаме потому, что чиновники разработали с ее помощью специальную систему условных знаков, которыми обменивались, когда не хотели, чтобы их подслушивали. Правда, эти теории не объясняют форму головного убора, а ведь сейчас существует более 50 его видов. С широкой каймой и узкой, конусом повыше или пониже. Шляпы Нон разукрашивают, а на некоторых пишут стихи, которые можно прочитать лишь на просвет. Подобные шляпы есть и в других странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Но наибольшее распространение они получили именно во Вьетнаме. Чаще всего их носят фермеры. В городах другие условия. Нет кокосов и змей, падающих на голову. А передвигаются люди в основном на мотоциклах. Так что горожанина чаще встретишь в шлеме, чем в шляпе Нон. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. А я вам говорю до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!